Меня зовут Лукашевич Татьяна Сергеевна, я из Пермского края города Кудымкар. Я студентка IFP и мне 20 лет. В данный момент я нахожусь в городе Харбине в Калузианском университете. Мне все учителя нравятся, но особенно наша Канлуши. Она добрая, приветливая, всегда поддержит трудную минуту. В дальнейшем я планирую поступать в Сианьский нефтехимический университет. Рассматриваю Халузианский университет, то есть тут в Харбине остаться, и университет Дзянсу. Специальность китайский язык и литература. В первые дни, конечно же, было трудно. Даже казалось, ой, 15 иероглифов, вот это так трудно, как это все запомнить? Ничего в голове не укладывалось. Но сейчас, в принципе, все довольно-таки легко. Успеваемость хорошая. Мне нравится в IFP, потому что, во-первых, здесь очень коммуникабельные и добрые учителя. Очень грамотно преподают китайский язык, китайскую грамматику. Все, что связано с культурой Китая. Да, я говорю, что Хинбудон, я не понимаю вас на слух. И он такой, ты не понимаешь на слух? Но ты говоришь по-китайски. Как это возможно? Ну, я ему объясню, что я учу всего 4 месяца. Учителя лояльно относятся ко всем студентам. По сравнению с другими классами, даже учителя говорят, что наш класс более успеваемый. Город мне очень нравится, здесь очень красиво, очень чисто, люди все приветливые. Сами китайцы говорят, что в Харбине обычно зимой очень снежно, но в этом году было очень мало снега и было довольно-таки тепло. По сравнению с моим городом, у меня очень много снега всегда, поэтому я не привыкла, то что снега практически зимой вообще нет.